У меня прогноза два. Либо Россия распадется, либо сохранится в течение ближайшего времени. Все зависит от того, как будут развиваться события. Любая революция заканчивается неким, ну, по крайней мере, авторитарным режимом. Я сейчас не говорю о диктатурах или других формах единовластного управления. Дело в том, что общество, как и Вселенная, управляется по одним законам. Существует закон Е равно МС квадрат, по которому открытый Эйнштейном, по этому закону существует Вселенная, ну, по крайней мере, та видимая часть Вселенной, все, что касается до уровня кванта, где Е – это энергия равна массе, умноженной на скорость. То есть, если революция – это хаос, то должна быть больше, гораздо большая сила для того, чтобы остановить этот хаос. Совершенно очевидно. Поэтому всегда все революции заканчивались волюнтаристическими, авторитарными или даже диктаторскими режимами. Это совершенно естественно. И это норма. И я вот считаю, что сегодня у нас довольно мягкий режим, несмотря на то, что он авторитарный, для того, чтобы восстановить общество после того хаоса, который происходил в стране. И при Горбачеве, и при Ельцине, и после того, как развалилась экономика, развалилось все, что могло развалиться, вплоть до того, о чем мы сейчас только говорили, национальной идеи. Поэтому современный режим, управляющий страной, на мой взгляд, это совершенно естественное продолжение развития российского общества. И общество еще до сих пор остается на грани того хаоса, который происходил после развала Советского Союза. Ну, огромная страна, которая была нерушимым и непобедимым пространством, об этом пелось, это внушалось, она развалилась буквально на глазах. И предсказать, какое событие может подтолкнуть Россию к развалу, очень трудно. Поэтому, безусловно, сейчас должна быть достаточно мощная, сильная энергия власти для того, чтобы удержать страну от развала. И, на мой взгляд, я вообще не сторонник революции, сейчас не время для революции. Все-таки я убежден, что каждый человек должен строить свою жизнь, свое счастье личное. И тогда, может быть, общество в этом русле, в конце концов, придет к более высокому состоянию, где будет большую роль играть так называемое гражданское общество или личность, а не власть. Но на сегодняшний день власть, это та власть, которая сейчас есть в России, это совершенно закономерные следствия тех революционных процессов, которые происходили. И, на мой взгляд, это довольно естественный исход тех революционных событий. И мне кажется, что все-таки я надеюсь, что никаких там событий, которые приведут страну к развалу, не произойдет.